Меня сегодня друзья спросили, как отношусь я к стране России. И я сказал, отношусь я к ней, как будто к заднице, блин, своей. Она такая же, блин, большая, мягкая, теплая и родная. И точно так же в ней нет ума, и ничего нет, кроме дерьма. И некрасивая та же рожа, и загрубевшая та же кожа. И в ней царит беспросветный мрак, но не прожить без нее никак.